Гандболист Артем Королек не поехал играть за сборную Беларуси против команды России. Сборная Беларуси по гандболу провела два матча против сборной. Как вы думаете, с кем играла сборная Беларуси? Какие, может быть, у вас есть варианты? Да, против сборной России оба матча команда проиграла. 23-28, 25-28. В этой игре участие не принял лучший белорусский игрок Артем Королек, линейный Виви. Это не только главная звезда Беларуси, но и один из лучших в мире на своей позиции. Юрий Шевцов говорит, что Артем не поехал в Россию по ранней договоренности. Возможно, он просто не хочет портить себе карму. Тем более, что по информации Белсата, летом Королек перейдет в Барселону. Издание сообщает, что предварительные договоренности уже есть. И если это на самом деле произойдет, то Королек станет вторым белорусом, который выступит в Барсе. Правда, очень хочется, чтобы Артем не повторил полный путь своего предшественника Сергея Рутенко. Тот был действительно топовым, очень крутым гандболистом, играл в Барселоне, а потом...